la fratele lui Hristos. Здравствуйте, мои прекрасные зрители, приветствую вас на своем канале. Ну что ж, это видео мне хотелось оставить без комментариев, но в итоге я включила витрины и хочу их прокомментировать. Это видео для меня новое, это новый формат. Очень часто модели, которых я снимаю, мои стрит-стайлеры, которых я попросила попозировать, стоят ко мне спиной. Это, скажем так, мой новый способ заснять в максимально комфортных условиях людей, которые классно одеты, которые при этом согласились попозировать. Ну что ж, витрины. Некоторые витрины действительно вечером более красивы, чем днем, и то, что в них представлено, видно даже лучше. Витрины, которые я покажу вам сегодня, это витрины магазина «Манго». И могу сказать, что не в первый раз эти витрины меня задерживают у себя, потому что некоторые особенности, например, как вот таким образом асимметрично заправленный свитер, это то, что привлекает мое внимание, потому что это определенные трюки, которыми может пользоваться каждый из нас, не только те, кто оформляют витрины. На этой витрине меня привлек пиджак справа. Он очень похож на тот пиджак Max Mara, который очень многим понравился на мне. И я также очень люблю плотные юбки, в идеале, чтобы они были шерстяного твида, но не всегда так везет. И вот юбки, которые выглядят твидовыми, они очень хорошо компонуются, в особенности, если это вариация мини-юбки. Но также миди очень хорошо смотрится, и также хорошо смотрится юбка-карандаш из твида. Кстати, очень трудно такую встретить. Я очень люблю пиджаки. В этом году пиджаки чрезвычайно популярны, я их вижу везде. Пиджаки совершенно точно вытеснили кожаные куртки, которых было очень много в прошлом сезоне. Это мужская витрина, как я уже говорила, если вы выбираете, дорогие мужчины, дорогие модники, классическую компоновку из, скажем так, классических элементов одежды, то пусть ваша обувь будет максимально спортивной. Наоборот, вы можете позволить себе обувь, классическую обувь на шнуровке, обувь, которая, скорее всего, подойдет даже лучше для офиса, для офисного гардероба очень строгого, но при этом сверху может быть что-то более спортивное, например, брюки не со стрелкой, а брюки чинус. Очень мне понравились вельветовые брюки в этот раз в «Манго». Вообще, я считаю, что мужская линейка «Манго» гораздо более удачная, чем женская, возможно, даже отшивается из других тканей. Я считаю, что мужская линейка «Манго» подходит действительно мужчинам любого возраста. Меня часто просят записать мужской элегантный стрит-стайл, точнее, мужской стрит-стайл элегантного возраста. Могу направить всех своих зрителей, мужчин элегантного возраста и любого возраста, в мужской отдел «Манго». Скорее всего, вы какие-то вещи себе совершенно точно подберете. Они на самом деле большие молодцы и предлагают линейку универсальную для всех возрастов. В Италии мода не имеет возраста, ни женская, ни мужская. Я часто об этом говорю, и вот, пожалуй, на данный момент «Манго» — это то, что я могла бы посоветовать всем мужчинам, и с любым бюджетом, который вы готовы потратить на свою одежду. Если это маленький бюджет, то «Манго» вам подойдет, а если это большой бюджет, то в «Манго», скорее всего, вы найдете то, что сложно найти в более дорогих марках, просто потому что это либо не предложено, либо выпущено в ограниченном количестве и уже раскупили, либо просто еще не раскупили, но конкретно вашего размера нет. Именно поэтому я не очень люблю люксовые марки, потому что вот действительно они, байеры, завозят вот один размер каждой модели. Если кто-то для тебя оказался быстрее, расторопнее, то ты можешь, как бы модель тебе не нравилась, просто не найти ее в своем размере. Витрины Max Mara, показывала их, обозревала, просто они мне очень нравятся. Это платье тоже мне очень нравится. Это платье, которое не имеет отрезной талии. Allora, un sorriso anche se siamo mascherati. Allora, uno, due, tre, sorriso. Bravi, grazie. Так вот, возвращаясь к платью, о котором я говорила, оно не имеет отрезной талии, оно очень широкое, похоже на платье-распашонку, может иметь рукава, может не иметь рукавов, может быть сделано в виде сарафана. Оно потрясающе смотрится на любой фигуре с ремнем, либо с поясом, как раз-таки за счет того, что пояс либо ремень
можно расположить на самой выгодной точке, так, чтобы это нас украшало. Кому-то подойдет ремень практически под грудью, кому-то непосредственно на талии, а мне, например, подобные платья на мне очень хорошо смотрятся на бедрах, если я ношу ремень. Некоторая запинка у меня вышла, потому что я похудела, теперь могу ремень носить также и на талии. И всегда пользуюсь таким аксессуаром, как ремень, если не забываю, вам советую, потому что действительно украшает, собирает образ. Вообще линия, которая отделяет край одежды одной от другой, это линия, которая на самом деле может прямо-таки собрать весь образ. Если вам кажется, что чего-то не хватает, какого-то аксессуара, скорее всего, вам не хватает ремня, попробуйте его надеть. Скорее всего, это даже не браслеты, не серьги, не бусы, которые тоже, конечно же, нужно забывать носить. Но ремень, общедоступный аксессуар, можно купить в любом цвете, можно иметь несколько. И ремень, ремень, еще раз ремень, не забывайте. Ну что ж, музыка отовсюду, практически все танцуют и поют, многие держатся за руки. Вообще, если посмотреть на атмосферу, которая царит на улицах вечерней Пады, конечно же, можно подумать, что все прекрасно, людей ничего не беспокоит. Вообще, могу сказать, что итальянцы очень изменились во время карантина, а есть какая-то большая сплоченность и большая готовность радоваться вот действительно тому, чему ты можешь порадоваться здесь и сейчас. Многие, возможно, в этих словах увидят, точнее услышат то, что я излишне восхищаюсь и излишне возношу эту нацию, но могу сказать честно, проживая среди этих людей, каждый свой день могу сказать, что итальянцы вышли другими. Они сами об этом говорят очень много. Этому было посвящено очень много интервью, очень много программ, и в этом я опять же вижу вот действительно итальянский характер. Из всего того плохого, что происходило, они вынесли действительно прежде всего вот это умение радоваться каждому дню. И очень многие говорят о том, что многие семьи стали более сплоченными, многие были вынуждены провести большее количество времени со своими детьми. И это для многих явилось прекрасным открытием, что, оказывается, с детьми может быть интересно и не так сложно, как, возможно, казалось до того, как мы все побывали в карантине. Ну что ж, никому не желаю, хотя знаю, что многие страны либо регионы уже находятся в полном локдауне, никому не желаю повторения этой ситуации, не желаю этой ситуации Италии, которую я искренне люблю. Желаю всем хорошего настроения, здоровья. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Okay.